Привет, друзья! В данной подборке я собрал только те инструменты, которые реально могли бы пригодиться в хозяйстве, и надеюсь, вы тоже найдете для себя что-то полезное. Поехали! Сигнальная лампа для откатных ворот. Очень похожая на мигалки, которые устанавливают на обслуживающую технику. Как и в случае с автомобилями, она служит предупреждающей сигнализацией и срабатывает тогда, когда происходит открывание или закрывание створки. Программируемый пульт. Это универсальное устройство, которое поможет заменить утерянный брелок, открывать одним девайсом несколько ворот. Чтобы прописать пульт, достаточно выполнить несколько простых действий. Титановая мини-ручка. Плюсом является не только дизайн, размеры, но также то, что она многоразовая, и стержень можно заказать на том же Алиэкспрессе. Ручка представлена в нескольких цветах. Механический музыкальный брелок. При приложении минимального усилия играет какую-то мелодию. Батареек не требует. Это одна из немногих вещей, которая стоит недорого, но приносит впечатлений на порядок больше, чем на несколько долларов. Набор бит и головок с рукояткой-трещоткой. Предназначенная для работы в неудобных узких местах. Выполнен инструмент в виде шестеренки. В комплекте идет 10 сменных бит, а кроме этого удлинитель и три торцевые головки, которые также можно использовать с данным приспособлением. Массивный браслет-цепь с крупными звеньями. Эти цепные изделия состоят из ряда однотипных звеньев. Такие модели пользуются популярностью у молодежи, представителей байкерских движений и субкультур. Автомобильный инвертор. Это преобразователь с 12 вольт постоянного в 220 вольт переменного тока. На выбор есть несколько моделей мощностью от 150 до 500 ватт. К прибору можно подключать мобильный телефон, ноутбук и другие гаджеты. Кожаный лоток для повседневных мелочей. Поможет организовать хранение ключей, часов, монет или другой мелочи. Сделан из цельного куска натуральной кожи. Можно выбрать из нескольких размеров – от 15 на 15 до 25 на 25 сантиметров. Высота борта всех лотков – 4 сантиметра. Подставка-подстаканник с прищепкой. Подходит для всех видов чашек с ручками и без. Чтобы не повредить поверхность стола, с внутренней стороны держателя есть прослойка. Подстаканник подходит для столешниц с толщиной не больше 3,8 см. Перчатка с подсветкой. Удобный девайс для работы в местах с плохим освещением. Каждая перчатка оснащена 4 светодиодами и питается от аккумулятора на 260 мАч. Сфера применения у такого устройства очень большая. Отлично подходит электрикам, сантехникам, любителям туризма и рыбалки. Некрономикон. Книга мертвых. Книга описывает магические ритуалы и полную историю древних, которые жили на Земле еще задолго до появления первого человека. Некоторые верят, что данный артефакт существует на самом деле, но это всего лишь выдумка. Данный экземпляр подойдет только как украшение на Хэллоуин. Ремни для гамака. Они быстро сохнут, сделаны из полиэстера и не накапливают плесень. Ремни не растягиваются и помогают создать опорные точки на камнях, столбах или деревьях. Некоторые варианты имеют 16 крепежных колец, что позволяет очень легко их регулировать.
Чехол – сетка на седло мотоцикла. Сетка обладает неплохими функциями, а именно увеличивает комфортный пробег на дальняках за счет более грамотного распределения веса. Позволяет после дождя не плюхаться задницей в лужу. Между пятой точкой и седлом все-таки пространство. Ну и преображает внешний вид седел старых мото в лучшую сторону. Шкатулка Ле Маршана. Это вымышленный магический предмет-головоломка, вокруг которой развивались события фильма «Восставшие из ада». Будучи сложенной определенным образом, такая шкатулка открывает врата в другое измерение, предположительно в ад. Держатель для телефона на руку. Это универсальный чехол, который крепится на руку или предплечье. Он не доставляет дискомфорта при беге и велосипедных прогулках. Также его можно использовать при занятиях в тренажерном зале. Ключ для размыкания замка велосипедной цепи. Позволяет быстро и без повреждений сомкнуть и разомкнуть звенья цепи. Инструмент выполнен из прочного стального сплава. На концах ручек предусмотрено ограничительное кольцо для того, чтобы инструмент аккуратно лежал в сложенном состоянии. Также позволяет хранить в себе запасные звенья. Стельки для увеличения роста с удобной амортизирующей структурой позволяют увеличить рост до 9 см. Плавная амортизация незаметно для вас улучшит вашу осанку и общее самочувствие, снизив нагрузку на ноги. Датчики движения для сигнализации. Модель представляет собой уличный датчик движения, оснащенный солнечной батареей. Детектор не реагирует на животных и движущиеся объекты, имеющие вес до 15 кг, а также до 36 кг. Уровень чувствительности можно настроить. Зажигалки. AliExpress предлагает массу вариантов зажигалок на все случаи жизни. Вот одна из них. Заправка простая и количество их не ограничено. Корпус металлический, есть модификации в 7 оттенках. Приспособление для очистки мотоциклетных цепей. Подсоединяется к тройнику два коротких и один длинный шланг. Короткие шланги подсоединяете к верхнему, левому и нижнему штуцерам. Нажимая на пластиковую бутылку одной рукой, осуществляете подачу жидкости приспособления для мойки. И плавно вращая колесо другой рукой, осуществляете чистку. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой много интересных товаров сайта AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома сайта AliExpress. Всем добра!